Купить шубу и уехать в ней на новом автомобиле? Делай покупки до 26 декабря и сможешь выиграть путевку в Таиланд и много других призов. Самый везучий получит новенький Ford Focus. Шуба-центр. 285-5866. Здравствуйте, в эфире «Ночные новости ТВК». Я Екатерина Кашучек. Следующие 30 минут говорим о самых главных событиях этого дня. Уже минус 8, и всю ночь температура будет опускаться. О резкой смене погоды с плюса на серьезный минус предупреждают спасатели. Сегодня днем в Красноярске было еще 2 градуса тепла, а завтра обещают уже минус 15. Вместе с таким похолоданием идет и гололедица, в том числе на загородные трассы. Почти на всех направлениях, кроме этого, прогнозируют еще и метель. Узнать обстановку на конкретном участке, а также сообщить о происшествиях можно в диспетчерскую по телефону 265-01-12. Телефон работает круглосуточно. В Красноярске нагадили. Именно так сегодня вечером известный блогер Илья Варламов прокомментировал возможное строительство нового торгового центра на набережной. Напомню, известный критик уже бывал в нашем городе и говорил о набережной. Тогда он заявлял, что одну из достопримечательностей города испортили парковками и торговыми центрами. По этому поводу он тогда даже вступил в словесную, правда, заочную перепалку с мэром. Сейчас Варламов отметил, цитата, «очень жаль, что жители Красноярска позволяют вот такое насилие над своим городом». Конец цитаты. Напомню, накануне в мэрии прошли публичные слушания по поводу строительства нового торгового центра на набережной. Провести их решили в одном из самых маленьких помещений администрации. Места хватило не всем, но по случайному совпадению те, кто успели заранее занять места, застройку поддерживали. В итоге 113 человек высказались за и только 25 против. Напомню, накануне слушаний новости ТВК проводили СМС-голосование по этой теме. Его результаты прямо противоположны итогам общественных слушаний. Всего 4% поддержало строительство у речного вокзала, против высказались 96% зрителей новостей ТВК. Но пока в Красноярске еще застроили не все места отдыха, в городе успели снять видеоэкскурсию для федеральной телевизионной программы. Называется эта программа «Проводник», а вот что показали ведущему Андрею Беднякову в Красноярске и почему одной из локаций стала телекомпания ТВК, узнаем из сюжета. Я просил, я умолял, без вот этой всей истории. Меня за это очень жестко наказывают, правда. Жестко наказывают и еще крепче любят. Известный ведущий Андрей Бедняков ожидает отмашку съемочной группы в холле ТВК. А внутри его уже ждет не менее популярный проводник Илья Соболев. Красноярец, КВНщик, резидент московского Comedy Club. Свою карьеру когда-то давно Соболев начинал с работы в программе «Новое утро», а сегодня проводит экскурсию по зданию телекомпании. У нас повисла очень неловкая такая тупая пауза здесь. За которую мы ничего не получим, Илья. Предлагаю пойти в твой кабинет, чтобы хоть как-то разрядить обстановочку. Разряжать обстановку, много шутить и импровизировать в студии не будут минимум 2 часа. В программу войдет от силы пара минут. Такова специфика тележурналистики. Поэтому только у наших зрителей есть возможность окунуться в закадровую жизнь проекта «Проводник». Я из Мариуполя, и очень тяжело для местного телевидения сделать что-то юмористическое. Да. У этих ребят получалось. Это 99-го года. Неплохо. 99-й год. Помнишь? А, 99-й год. Почему? Или когда ты говорил, эх, что-нибудь поесть, понимаешь? После воспоминаний ведущие переключились на новости. Все по сценарию. Он у съемочной группы внушительного объема. И так в каждом городе, где снимается программа. Правда, неожиданно, даже для нас в студии раздается звонок. Странно. По-моему, очень даже формат. Я сплю же. А почему вы спите? Почему вас не вижу? А с кем? Кто ты разговариваешь? Самому Андрею Беднякову в Красноярске было не до сна. Он плавал с моржами в Енисее, ужинал в дорогом ресторане и покорял столбы. 3 дня и 3 ночи съемочная группа трудилась над одним красноярским обзором. Сегодня премьера с повтором программы «Воскресенье». Илья, скажите, что вы делаете здесь? Сегодня здесь я нахожусь. В Красноярске? В Красноярском крае, в Красноярском городе. Ой, посмотрите, пожалуйста, эфир сегодня на телеканале «Пятница», программа «Проводник», выпуск о Красноярске. Да, будем рассказывать о Красноярске. Все, уходи. Юлия Мавшович, Виталий Субботин, новости ТВК.
И продолжая экскурсионную тему, в Москве ценители высокого искусства устроили давку в очереди в Третьяковку. Накануне в галерее стартовала продажа билетов на выставку «Караваджо и Рафаэля». Огромная вереница людей выстроилась перед входом в музей. В интернете появились фото, на которых видно, как несколько человек в толпе упали на асфальт. В соцсетях люди пишут, что ради заветного билета стояли на морозе по 6 часов. Сдержать наплыв желающих пытались полицейские, удавалось им это с трудом. Не выдержал наплыва посетителей и сайт галереи. Он просто отключился. Причины такого ажиотажа вокруг художественных выставок мы вам сегодня предлагаем обсудить. Напомню, только за 2016 год это уже далеко не первый случай. В январе люди выломали дверь, чтобы увидеть выставку Серова. В августе на выставке Айвазовского пришлось даже сменить систему продажи билетов во избежание давки. А в сентябре поклонники Рафаэля штурмом взяли Пушкинский музей. Тоже не без пострадавших. Что стало причиной повышенного интереса? Мода, либо правда любовь к искусству? Скоро спросим у экспертов в прямом эфире, и мы уже принимаем ваше мнение по этой теме. Как вы объясняете волну любви к живописи? Пишите на номер 9020 пометкой ТВК, в группу новостей ТВК ВКонтакте, либо Вайбер, Ватсап или Телеграм, номер 8-923-1-65-45-00. И прямо сейчас можем посмотреть, что происходит в группе новостей ТВК ВКонтакте в обсуждении под этой темой. И здесь очень лаконичный, мне очень нравится это обсуждение, лаконичный, но абсолютно противоположный комментарий. «Мир сходит с ума», пишет нам Александр, и тут же «окультуриваться люди ломятся». Вот так комментирует зритель. «Это просто бабуизм». Тоже такой есть интересный комментарий, мы обязательно продолжим их читать. Ну а прямо сейчас еще о новостях из столицы. Суд арестовал имущество Алексея Улюкаева. Речь идет о 10 земельных участках в доме в Смоленской области. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Московского суда. По данным экспертов, эти активы могут в дальнейшем отойти государству. Правда, только в том случае, если Улюкаева признают виновным в вымогательстве. Взятки в 2 миллиона евро у главы Роснефти Игоря Сечина. Помимо срока в колонии, Улюкаеву сейчас грозит штраф в несколько миллиардов рублей. Бывший глава Министерства экономического развития находится под домашним арестом. С должности министра он уволен в связи с утратой доверия. А Ольга Голодец, зампредседателя правительства, сегодня заявила об ощущении бедности, которое испытывают куда больше россиян, чем насчитывает статистика. По официальным данным, 15% населения нашей страны живут на грани нищеты. Это больше 20 миллионов человек. Однако, по мнению вице-премьера, бедных по самоощущению в России гораздо больше. Федеральные СМИ приводят сегодня слова Голодец. Цитата. «Если мы говорим человеку, ты не бедный, а он бедный, это очень тяжелая ситуация». Конец цитаты. По итогам третьего квартала этого года прожиточный минимум в России составил менее 10 тысяч рублей. Но выжить на такую сумму в месяц практически нереально, подчеркнула вице-премьер. Далее реклама, а после расскажем, где на платных парковках уже нельзя просто взять и не заплатить. Вы смотрите «Ночные новости ТВК», мы работаем для вас в прямом эфире. И прямо сейчас поговорим об ажиотаже вокруг художественных выставок. Поможет нам разобраться в этой теме эксперт, кандидат философских наук, правильно, Михаил Шубский, здравствуйте. Думаю, известный всему Красноярску эксперт в сфере культуры. К вам первый и главный вопрос. А что происходит? Почему такие очереди? Почему давки? Люди падают, травмируются? Что такое? Ну, действительно, это феномен такой, я бы сказал, противоречивый. С одной стороны, это здорово, что в музее стоят очереди. Это прекрасно, и я знаю, что это всегда чувство такое, что значит, нужны музеи, нужно искусство, и как бы вопросов нет. А с другой, какое-то тревожное действительно какое-то чувство того, и когда я смотрю вот эти фоторепортажи, видеорепортажи. Мне вот эти люди, они какие-то очень сосредоточенные, очень такие серьезные. Злые часто. Да, злые. И у меня какое-то чувство страха. А что это такое? И я бы это определил, хотя это моя, конечно, версия, это вот какое-то коллективное бессознательное, что ли, которое вот просыпается в нас или вот в нашем обществе. И что-то это похоже, как было 120 лет на Ходынке, или вот в наше время были такие очереди, там, не знаю, за спиртным или за какими-то товарами. И вот у меня ощущение такое вот двоякое. И мне кажется,
что мы здесь имеем какой-то сдвиг, который проходит действительно в коллективно-бессознательном. Он такой тектонический, он еще, его не видно наружу, но внутренне что-то с нами происходит. И вот, ну, лично мне это немного страшно. Страшно очень многим. Хорошо, что у нас хотя бы нет таких жертв, которые были на Ходынке, пока у нас синяки, травмы, люди какие-то пострадавшие. Вот сегодня, пока готовились к эфиру, изучали также комментарии, тема очень обсуждаемая, очень много пишут, и очень много пишут про стадное чувство, вот это вот коллективное, бессознательное на уровне стада. Может быть, это единственная причина, либо еще что-то на это наслаивается, какая там пропаганда, еще что-то? Ну, тут действительно, вот одной причины нет. Причин много, этот феномен... А социальный феномен, он всегда имеет массу, такое облако причин, которое влияет на вот это коллективное бессознательное. И, конечно, когда смотришь, ты видишь, что это люди не стоят, так сказать, и ждут встречи с прекрасным, а люди действительно очень напряжены. И мне кажется, есть, конечно, момент и дефицита, я бы сказал, особенно... телевизионного, где можно увидеть, действительно показывают настоящее искусство, настоящее кино, то есть вот какие-то вещи, сейчас это редко можно увидеть. Может, это как-то реакция на то, чтобы как-то увидеть вот эту великолепную, как сейчас в Третьяковке проходит великолепная выставка итальянского искусства. Здорово, правильно. Только можно поклониться, кто это организовал и сделал. С другой стороны, опять же, вопрос, почему же это так происходит, как будто не по своей воле, а вот вы правильно, это вот какое-то чувство, такое стадное чувство. Как все будто побежали, я побежал. Все, да, все побежали. И вот это, мне кажется, может быть, я еще связываю, что это начало... очередное столетие, начало 21 века. И вот в нациях, в обществе просыпаются какие-то пассионарные силы, когда вот это чувство, кто мы, зачем мы, оно начинает в каждом веке просыпаться, и каждый век пытается, наверное, ответить, а кто мы и зачем. Мне кажется, вот это что-то есть, но еще раз повторяю, объяснить это чисто философски, социологически, психологически, искусствоведчески. Тут масса можно привести наук. И они только затронут какую-то часть этого глобального, такого социокультурного, я бы все-таки сказал, феномена. Хочется надеяться, что сдвиги, которые происходят, все-таки в лучшую сторону, а не в сторону большей управляемости массами. Спасибо вам большое, пожалуйста, что вы пообщались сегодня с нами, ценную информацию дали зрителям. Ну а мы продолжаем, и сейчас к городским событиям. Врачи выписали домой 5-месячную Ульяну, которая вместе со своей мамой выпала с 14 этажа. Девочка провела в больнице почти месяц. Напомним, трагедия произошла в середине ноября в Красноярске. С новорожденной дочерью женщина выпрыгнула из окна многоэтажки. На месте она погибла, вот малышка чудом осталась жива. Несколько дней девочка находилась в реанимации. В начале декабря Ульяне сделали операцию. Ее отец на своей странице в социальной сети сообщил, что малышка чувствует себя хорошо. Как ранее рассказал муж погибшей, причиной случившегося могла стать послеродовая депрессия. При этом мужчина пояснил, никаких предпосылок для такого поступка не было. Еще 5 продавцов суррогатного алкоголя отправятся под суд. В Генеральной прокуратуре страны сегодня утвердили обвинительные заключения. 5 мужчин возрастом от 24 до 35 лет обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса. По версии следствия, они организовали поставки из Москвы в Красноярск опасной для жизни алкогольной продукции. Все это под видом известных марок виски. Напомню, в результате отравления метиловым спиртом в ноябре прошлого года пострадали более 40 человек. 11 скончались. Возбуждено 19 уголовных дел. В апреле этого года случилась еще одна волна отравлений. Пострадали 6 человек, 3 погибли. Не хотите платить добровольно, будут дисциплинировать. На платной парковке, что на площади Революции, появились ограничивающие въезд тросы и контролеры. Теперь всех выпускают только после предъявления документа об оплате. При этом работают на месте не сотрудники полиции, а представители компании, которая занимается организацией платных парковок. А они не имеют права никого задерживать. Таким образом, выходят бизнесмены, смирились с тем, что горожане сами платить не будут. В департаменте городского хозяйства говорят, что такая мера поможет дисциплинировать неплательщиков,
пунктов, а установить не тросы, а автоматические шлагбаумы обязаны на всех платных парковках. По идее, люди, конечно, должны оплачивать платную парковку, независимо от наличия или отсутствия шлагбаума. Но я понимаю, что, наверное, установка их все-таки будет как-то более дисциплинировать горожан в этом смысле. Но прямо сейчас мы готовы продолжить читать ваши смс-сообщения. И давайте посмотрим, что же у нас происходит сейчас в группе ВКонтакте. А здесь еще больше мнений. Суровый культурный народ в России, однако, вот так высказываются. Что за сложности попасть на выставку? Вот, видимо, человек знает о том, что полотна того же Серова либо Айвазовского можно было посмотреть и вот вне этого ажиотажа, и вне такого массового сбора людей. И опять же, очень много нелестных комментариев в адрес тех, кто стоит, может быть, даже в эти минуты у Третьяковской галереи, и действительно хочет попасть на ту выставку, которую можно было и без очереди посмотреть, ну вот по странным каким-то причинам. Видимо, что-то в психологии все-таки происходит, как ранее заявлял наш эксперт. Ну а далее у нас в эфире небольшая реклама. После вернемся и расскажем о нашествии сов в Красноярске. Вы смотрите «Ночные новости ТВК», мы работаем в прямом эфире. Аукцион в помощь детям. Сегодня в Большом концертном зале прошел благотворительный вечер. Для гостей фестиваля выставили около 100 картин, нарисованных детьми с диабетом. С молотка пустили 10 лучших детских работ, а еще 90 картин гости могли приобрести вне аукциона. Все собранные средства направят на благотворительность, на них приобретут инсулиновые помпы, которые необходимы малышам, больным диабетом. Организаторы рассказывают, каждая работа на выставке индивидуально. Тема рисунков была либо моя мечта, либо как я вижу будущее. А детки у нас разновозрастные, начиная с полутора лет, и уже там возраст не ограничен. Поэтому тема настолько, тема рисунка, которые мы видим, они настолько разные. Это как, знаете, какие-то медузы. И взрослые, ну, есть и серьезные, конечно, рисунки уже взрослых ребят, потому что есть ребята, которые профессионально занимаются и рисуют. Напомню, что в прошлом году организаторам удалось собрать 700 тысяч рублей, и помпы тогда смогли получить 22 ребенка. Массовое нашествие сов. Красноярцы сообщают о лесных птицах в городе. Замечают их, например, в Северном, Солнечном, на Краснодарской и на Копылово. Часто лесных хищниц атакуют вороны. Такого количества, говорят красноярцы, сов в городе они никогда не видели. Специалисты объясняют, птиц привлекают свалки, где они ищут себе пропитание. Полуночницы не опасны, бояться их не нужно, как и переживать за них. Когда зима закончится, птицы самостоятельно вернутся в среду своего обитания. Если вы увидели сову во дворе, вот несколько советов. Если вы точно видите, что сова не под ранок, что она не пострадала, допустим, где-то была сбита машина, что она спокойно сидит, знаете, она просто пережидает время суток. Как только наступит полночь, либо стемнеет, она благополучно откочует и, поохотившись, улетит на свое исконное место обитания. Это действительно абсолютно нормальная ситуация для Красноярска. Это просто в зимний период такой получается у нас подлет этих птиц, а в весенне-летний период они благополучно будут гнездиться на своих участках. Ну как, нормально? В сети появилось видео совместной репетиции Галустяна и Кадырова для номеров КВН. На видео Михаил Галустян показал главе Чеченской Республики пародию на него, а затем спросил, так нормально? Давайте посмотрим, как это было. Да, нормально, нормально. Так. Нормально, Это Александр Васильевич. Хорошая передача, у вас нравится. Рамзан Кадыров одобрил, а затем показал, как нужно ударить по тумбе Александра Маслякова, чтобы сделать пародию более точной. На заключительную шутку про самого Галустяна Кадыров отреагировал громким смехом и аплодисментами. После этого в сети появилось видео, на котором Рамзан Кадыров держит Михаила Галустяна на руках и повторяет понравившуюся шутку. И вот как пользователи социальных сетей прокомментировали это видео, равнодушных не осталось. Не смешно, а страшно то, что пошутил бы Михаил Галустян без разрешения этого слуги народа. И кто знает, чем бы это закончилось для Михаила. Хорошо, что я эту дрянь давно не смотрю, как и Comedy Club. Приличные люди не вляпываются в это. Шут и король. Такое на ум приходит. Постановка дешманская, без его одобрения слабо, что ли? Полная видеорепетиция и саму шутку вы можете посмотреть уже сейчас на нашем сайте tvk6.ru. Хлеба и зрелищ во все тяжкие времена хочет народ. Этим сообщением мы заканчиваем наше обсуждение и эту рабочую неделю. Увидимся!